мы видим только моменты триумфа. Восхищаемся, гордимся, любим. Но что остается за кадром? Сегодня государство помогает нашим спортсменам и тренерам. Но когда я только начинал заниматься борьбой, у меня не было элементарной возможности купить обувь для пробежек и борьбы. Обеспечивали тренеры и родители. Как могли. Он вырос. Он победил. А сколько будущих звезд растет без нашего внимания рядом на соседней улице. Почему мы так не болеем за свою жизнь, свое село или город? Каждый из наших болельщиков, который верит в нас и надеется, возлагает на нас большую ответственность и силу духа. Молодежь, парни и девушки, голосуйте за местные кенеши. Депутаты, осознавая ответственность за наши голоса, будут работать лучше. Объединившись, мы внесем свой вклад в развитие каждой улицы Кыргызстана. Болей за страну. Голосуй за свое село, свой город.